У нас есть письмо от МВД в связи с тем, что рост ряда преступлений у нас совершается на улице, кражи и так далее. И вот они тоже просят, чтобы рассмотрите возможность оснастить общественные места камерами фиксации и конкретно уже какими камерами, то есть они даже конкретизируют адреса. Это Центральная площадь, парк Благоденствия, сквер в районе 14-й школы, Арбузова 75, площадка павильона «Березка», павильон «Пирс», «Жилика». Вот, сейчас ОГХ расчет делает, то есть не готовы ответить финансирование, то есть мы попросили сейчас сделать, в этой части пока вот не знаю, насколько может увеличиться сумма, но будем просить. То есть, камеры, это как приоритеты вы хотите, да, чтобы вы занимались? Но сумму вы еще не знаете. Ну, если одна камера, например, стоит у нас уличная сегодня по параметрам, которые необходимы, чтобы были 27 993, то есть сегодня мы уже непосредственно на месте вместе с полицией работаем, где должны быть камеры, сколько камер. То есть одно дело это адрес, а другое дело где, для того, чтобы понимать, где тянуть стекловолокно, то есть вот это обсчитывается.